Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кирове обсудят тренды рынка труда в условиях пандемии. Это станет одной из тем гражданского форума. Он весь будет посвящен новым реалиям, с которыми регион столкнулся из-за коронавируса. Бизнес был вынужден переходить в онлайн, кому-то пришлось закрыться или сокращать людей. На форуме хотят обсудить возможности службы занятости для переквалификации, потребности бизнеса, переходящего в онлайн, как реагируют люди на необходимость переквалификации, проведение секции, посвященной труду, планируется 11 декабря в точке кипения ВИАТГУ. Программа «Экономика». В Кировской области открыли биотопливный завод. Там выпускают пеллеты. Инвестиции в предприятие в Нолинском районе составили 300 миллионов рублей. Трудоустроили там 40 человек. Проектная мощность предприятия – 10 тонн продукции в час и 30 тысяч тонн в год. Завод работает сейчас в тестовом режиме. Он использует неликвидное сырье. Планируются поставки не только по России, но и за рубеж. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Центр «Мой бизнес» снижает ставки по займам для всех предпринимателей. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской области представители бизнеса могут воспользоваться финансовой поддержкой на выгодных условиях. В Центре «Мой бизнес» разработали специальные предложения, которые доступны представителям всех видов деятельности. По 4,25% годовых, то есть по ставке рефинансирования ЦБ, можно получить средства на покупку оборудования, помещений или пополнение оборотных средств. Этим специальным предложением можно воспользоваться до 31 декабря. Кроме того, сохраняются заемные продукты со ставкой 2,125% годовых для приоритетных проектов и такие меры поддержки бизнеса, как поручительство, реструктуризация действующих кредитов и бесплатные консультации. Подробности по телефону 410-410 и на mobusiness-43.rf. Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания. Ставки от 2 до 10,625 тысяч на годовых, сумма займа от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок займа от 1 до 36 месяцев, период режима повышенной готовности, максимальный срок займа 24 месяца. Предложение действительно до 31 декабря 2020 года. Экономика. В завершение о валютах. На сегодня доллар стоит 74 рубля 25 копеек, курс евро 90.26. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.